Здравствуйте, друзья! Это продолжение рубрики «Ножи для леса». Сегодня хочу протестировать нож от товарищества Завьялова, модель «Удачная». Это складной нож. Вот такой вот ножара. Поехали! Сразу озвучу основные характеристики ножа. Значит, длина клинка у него 95 мм. Толщина обуха клинка 4,2 мм. То есть не толстый, должен неплохо резать, тем более, что и сведение здесь тоненькое. Вес ножа 150 грамм. Ну, для меня это многовато, но это дело вкуса. Вот ворона говорит, что ей в самый раз. Нож режет с вывертами. И без вывертов нож тоже режет. Все отлично. Сразу сожгу мусор. У меня есть вот такая ореховая ветка. В принципе, зарезается нож хорошо, тонкое сведение в помощь. Да. Хорошо режет. Тем более складной нож. Рукоять вот эта, она такая достаточно пухленькая. Опять же, здесь нет клипса. Я специально выбирал без клипса нож. Вот. Потому что клипса, она в любом случае, когда голой ладонью работаешь, она будет как-то наминать. Это неудобно. Ну вот вам булат. Но здесь, конечно, главную роль играет не сталь, а скорее все-таки геометрия. Геометрия здесь выбрана как нельзя кстати. Я, конечно, не фанат рубить складными ножами, но в целях теста давайте попробую. О, зарубается как. Смотрите. Все вроде прям здорово он делает. Так, ну это можно и дальше продолжать. Давайте потолще кончик такой вот палки. О, с трех раз. Хорошо. И самое главное, никаких люфтов не появилось. Замок как был на начале, так и остался. Не залип, ничего. Супер. Теперь порублю веточки. Так. О, как он залезает. Ну-ка. О, замочек чуть подальше зашел. На середину. Так. С механикой все отлично. Люфты никакие не появились. И опять он уже в первой половине, как и был. Еще раз говорю, это тесты. А на практике складными ножами такие вещи не делают. Потому что многие из них не переживут. Просто это нож такой серьезный. Вот, и поэтому охота его протестировать уж по полной программе. Смотрите, какой чистый срез. Но палка такая приличная. То есть она по толщине только толще моего большого пальца. Опять он забрался. Так. Вот, лайнер он заходит дальше при такой нагрузке. Но без проблем отгибается. Никаких люфтов, ничего. И также вот он в первую половину заходит.
клинок по центру. Солнце отсвечивает, не знаю, видно, нет, но прям по центру клиночек. Механика. В общем, здорово. Колоть складным ножом большое полено я не буду. Я раскалю вот поменьше. Хотя, в принципе, складными ножами и даже мелкие поленья колоть не стоит. Но это вот эксперимент. Так. Вот он раскалывает. Опять же, люфтов никаких нет, ничего. Лайнер. Все на месте. Все работает. Слушайте, надежный нож. Друзья, ну, все-таки вот это вот, ну, ерунда совсем. Давайте вот посерьезней. Колону я все-таки. Складной нож. Еще раз говорю, не делайте таких вещей складными ножами. Вот его немножко выгибает, но я думаю, продолжу я до конца уж. Вот так вот. Так. Ну вот лайнер, он зашел дальше. Опять же, без проблем. Назад его возвращаем. Ни продольного, ни поперечного люфта. Вот, и лайнер уже на первой половине опять. Ну, это жесткая проверка, честно вам скажу. Если бы я не был уверен в этом ноже, я бы таких вещей бы делать не стал, как со многими другими ножами. Единственное, чего я не буду делать, так это проверять острие на устойчивость к боковым нагрузкам. Уж больно оно тонкое. Все-таки это складной нож. И да, им можно что-то, какие-то вот такие движения сверлящие делать, но ломать именно, на боковой излом брать, это точно делать не стоит. Потому что острие тонкое. Погнется или сломается. Этот нож не для таких вещей. Теперь проверю, как этот нож работает в более деликатных таких задачах. Построгаю огненное перо. О. Стружечка тоненькая. Можно даже поглубже. Привыкать. Вообще надо после сканди спусков, конечно, ощущения другие. Но, безусловно, он строгает и достаточно хорошо строгает. Когда приноровишься к геометрии клинка. Ну, такие вот стружечки. Так, что у нас с остротой? Собственно, как нож резал, так и режет. Хоть с вывертыми, хоть, пожалуйста, как. Так, попробую посмотреть, что с обухом здесь. Кору снимает? Снимает. Так. Будет ли он работать с огнивом? Вопрос открытый.
Ну, какая-то искорка полетела. Давайте попробуем на этой бумажке. Получится у меня ее поджечь. О, получилось. Это хорошо. Значит, в качестве кресала нож работает. По крайней мере, газету удалось поджечь. Так, давайте попробую стружки теперь запалить. Уже задача поинтересней. О, огонек, огниво про, это огонь. Потухло. Давайте еще разочек. Здесь-то главное понять, насколько хорошо это можно делать и уверенно. Так, ну сейчас плохо снялась стружка. О! Огниво про не подведет. Ну что я могу сказать? Очень даже замечательно, что нож работает еще и в качестве кресала. В общем, универсальный нож. Крепкий, надежный, складной, то есть компактный получается. И на разные случаи жизни. Дроп, опять же, здесь. Это тоже дает больше универсальности клинку ножа. Ну и нож красивый, конечно. Вот эти вот сочетания деревяшек разного цвета. Более природного и зеленого такого. Отполированные лайнеры. Рисунок Булата на клинке. В общем, мне визуально этот нож очень нравится. Ну и в работе он себя показал неплохо. А даже, я бы сказал, хорошо. Что тут неплохо? Хорошо. Главное, конечно, этот нож должен хорошо резать. И он это делает. Это такое было силовое прям строгание. Но вот при таком совсем прям усилии, самом мощном, вот лайнер ушел у него дальше. Показываю все как есть. Но если вернуть его обратно, то вот он до конца не доходит. Опять возвращается на первую половину. Клиночек по центру. В рюкзаке старая бумага еще у меня осталась. Да ее тоже спалить. Вообще, вот он, комплект для леса Огниво Про и нож Удачный. Маленький вывод в конце видео по ножу Удачный от товарищества Завьялова. Нож действительно удачный, все с ним хорошо, эргономика приятная у ножа, подойдет даже под большую руку, чем у меня, поскольку есть еще запас. Ну, под меньшую тем более. Клинок резучий. Геометрия клинка отличная. Строгает нож хорошо. Ну, также будет и резать продукты. Если нож хорошо работает по дереву, все остальное уж он порежет, будьте уверены. Тем более с такой геометрией. Отрадно, что нож работает с огнивом. Это мне очень приятно всегда, когда такое есть дело. Поскольку мало ли что бывает, такое кресало забыл или потерял. И можно ножом воспользоваться в качестве кресала. Это
Всегда хорошо, когда еще одна функция присутствует. В целом, все здорово здесь. По мне, так он тяжеловат, хотя, когда поработаешь ножом и вот в работе, то этот вес 150 грамм, он особо не ощущается. Но это все на любителя. Вес, он больше, знаете, для чего? Когда вы в кармане вот носите нож, особенно летом, если это шорты, тогда да, тогда что-то полегче. Но это все-таки нож для другого, тем более он без клипса, вот данный вариант. Он такой больше как походный, что ли, лесной. Неважно, для вылазок на природу. Вот, поэтому, в общем-то, все я сказал. Ну и внешний вид мне очень нравится. Красиво сделано. Вот. Внимание к деталям видно, присутствует. В общем, мне нож понравился. Что думаете вы по этому ножу? Пишите обязательно в комментариях, очень будет интересно почитать. Может быть, кто-то пользовался складными ножами товарищества Завьялова и может уже непосредственно рассказать какие-то свои впечатления, основанные на работе с ножом. Будет интересно почитать. Так что всех жду в комментариях. Надеюсь, видео было интересным, информация была полезной. Увидимся на канале. Всем удачи!